You're making me nervous. Looking for my car keys and painkillers. Tropical sweat and two middle fingers. I know I should have ghosted that. Всем привет, друзья! Сегодня я затрону тему дистанционного обучения. Сейчас это как никогда актуально. Начнем с того, что я учусь в 5 классе, и мне из-за карантина, как и любому другому школьнику, пришлось доучиваться этот год, сидя дома. Мне достаточно нравится дистанционное обучение, но все-таки мне лучше, когда ты целенаправленно переходишь на него, а не вынуждаешь себя оставаться дома, не выходя из него. Домашние задания и всякие тесты мы также делаем, и нам их также задают, но мы их отправляем по электронной почте нашим учителям. Еще одна чудесная новость для нашей школы – это то, что нам отменили ВПР с российские проверочные работы, к которым в 4 классе мы готовились целых 3 месяца, и все итоговые контрольные работы. Но по стратам нас будут делить при помощи оценок других четвертей. Наши уроки делятся на 2 типа – дистанционные и электронные. Обычно это указывается в нашем электронном журнале, либо в нашем расписании. Электронные уроки у нас проходят так. Учителя высылают нам классную работу, например, решить задачи, если математика, сделать упражнение, если русский, и, допустим, написать какой-то конспект по определенной теме, если, допустим, география или история, и так далее. Я знаю, что эти времена очень трудные для нас всех, но я верю, что мы сможем их пережить. На этом все, спасибо тебе за просмотр, я надеюсь, что тебе понравилось это видео, ну и всем пока-пока! Электронный урок. Да. Тася, выключи звук.